Представляют. Мы говорим «До свидания, Франция!» Здравствуй, Барселона. Россия. Восьмой год. Россия будет биться за право называться непобедимой. Сейчас на кону все. Держим за вас кулаки, болеем. И верю в вас, не знаю, что будет победа за нами. Три. Не сдох еще, значит, выживу. Все. Я не знаю, насколько Павел дальше должен участвовать в следующих конкурсах, но, естественно, пройдя через все эти испытания, понимаем, что это не просто так, это не просто игрушки, а физические нагрузки, испытания. И, к сожалению, он себя почувствует, ну и дальше вырывать у наших соперников победу. Потому что сейчас мы идем прямо наравне с белорусами. Порвемся! Надо всех порвать, надо собраться и всех порвать. Половина непрофессионалов, половина спортсменов, половина нормальных артистов, которые отважные. Я вообще можно наколбасить что угодно. Главное не паниковать. Дальше он пошел. А как он отсюда? Он вот это будет оскальзывать. Не, если он сбоку, смотри, зайдет, если отсюда зайдет. Если не прям сзади. Это первый, а дальше. Дальше то же самое, дальше. То же самое. Вот это место он использует. Вот это. Костя, пожалуйста, вы меня еще нужно покапать, не ломайте. Действительно, на самом деле, команда, потому что, знаешь, как глаза боятся, а руки делают. Очень страшно, конечно, очень страшно, честно. И, не знаю, получится у меня, не получится это, но испытать такое не всегда, конечно, в жизни удается. Надеюсь, у меня все получится благополучно. Оливье Ганьян, и начинается первый конкурс сегодняшнего вечера с быком. Знаете, как говорится, только пьяная женщина на вопрос «Будешь сухое вино?» может ответить «Насыпай». Еду строить, знаете, из шашечек такие пирамидки, чтобы бык их сбивал. Глупость, да, ересь. И тем не менее, у нас это зовется «Защищать честь Родины». Опа! Улепетывают наши спортсмены, мощно сидят на заборах. Задача ведь в чем? Задача проста до безобразия. Кто большее количество раз построил пирамидку и у кого, у какой державы корова большее количество раз пирамидку сбила, тот, собственно, и орел. Ребят, надо, чтобы он был. Вот, молодец. Сейчас как орел сидит наш спортсмен, не знаю его, говорят, актер. Вот, не знаю его. Наверное, актер. Вот. Строит который раз и убегает исключительно на камеру. Ну, действительно, куда еще убегать, как не на крупный план на Первом канале. Жик-жик. Посмотрите, пожалуйста. Вот продолжают наши спортсмены игру. Что-то кричит нашим спортсменам. Тренер. Это тренер. Хорошо работает наш спортсмен. Я не считаю, честно говоря, баллы, но вижу, что что-то там двигается. Остаются считанные секунды. Я вижу секундомер в глазах Ольги Слуцких. Не получается пока что-то там, да, знаете, как... Я пытался перебороть страх. Надеюсь, второй раз, когда я буду на боках, все будет гораздо лучше. Мы попробуем выложиться на полную. От России заявлены Александр Драморецкий, Павел Прилучный. Надеюсь, в этой игре мы команда. И каждый не сам за себя, а команда – это что-то общее целое. Мы будем друг другу помогать в любых ситуациях, поддерживать. И я думаю, все получится. Из мышелов. Смотри на этих мышей. Мне кажется, бык просто офигеет. Внимание! Выпускайте бычка! Итак, дамы и господа, Тополева Жец командовал Оливье Гринжон, рефери сегодняшней встречи, и вышел монстр. Молодец! Разрешили нашим ребятам молодым поучаствовать в этом конкурсе, но в этом конкурсе зашибиться вообще не сложно. Но молодость может закончиться в 2 секунды, когда за тобой несется... 900-килограммовое животное. Вот 900 килограмм тебе прилетает
в любую часть тела. Называется, выбери, в какую часть тела ты хочешь, чтобы тебе прилетело 900 килограмм, и пришли нам свою смс-ку. Наши работают хорошо, но надо заметить, что и англичане работают тоже очень хорошо. Все волнуются, все переживают. Очень. Топ по новошедке, командует Оливье Грюнжол. Все как, опа, как тараканы сбегаются сюда. На заборе сидит парень, на меня смотрит бык. Даже у быков здесь, в Испании, есть чувство вкуса. Со всей силы рогом бабах. Вы знаете, и мне даже кажется, что чуть ли не сломал рог бык. Ну, мы выясняли, болевых ощущений у них от этого нет никаких. А чтобы не было у спортсменов болевых ощущений, быку рога обматывают. Хотя это так все формально. Молодчинка!